Окраина захолустного городка, старая церковь, покосившийся забор, тающий снег и на первом плане несколько березок, на которых уселись прилетевшие грачи. И только. Какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу. Так отзывался о картине «Грачи прилетели» мастер пейзажа Исаак Ильич Левитан. Первые этюды к полотну Саврасов написал во времена своего проживания в селе Молитвино Костромской губернии. Здесь на окраине располагалась старинная церковь XVIII века. Однажды ранним утром художник решил подойти к ней поближе и рассмотреть внимательнее. Увлекшись видом, он стал лихорадочно и вдохновенно зарисовывать представшую перед глазами картину, стараясь не упустить ни единой мелочи, да так и простоял на месте до позднего вечера. При взгляде на картину ощущение приподнятого настроения возникает не случайно. На это работают направленные вверх ветви берез, вытянутые очертания церкви, восходящие диагонали крыши, взлетающие грачи. Колорит выстраивается на сочетание нежных, серых, белых, коричневатых и голубоватых оттенков, как нельзя лучше передающих весенние краски. Техника изображения птиц близка к импрессионизму. Они прописаны достаточно широкими мазками, без лишних деталей. Дистанция между художником и объектом на холсте сокращена практически до минимума. Передний план изображен крупно и масштабно, благодаря чему пейзаж воспринимается почти как портрет.